Акция «Ночь музеев» в этом году посвящена целой плеяде событий. Году науки и технологий, 76-летию Победы, 200-летию со дня рождения Достоевского, 60-летию полета в космос и, конечно же, второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Последнее мероприятие даже породило ряд мастер-классов в художественном музее. Мы предлагаем мастер-класс «Весло для девушки». Мы вам выдадим деревянные веселки разных размеров, и вы их тут же распишете. Пермогорская есть роспись. От скелетов животных до мумифицированных коллекций в этом году к общероссийской акции присоединяется и музей анатомии животных, что при Аграрном университете. И вот чем там планируют удивлять. Мы проведем такие мини-научные популярные лекции, одна из которых – это мумификация животных, где мы расскажем вообще историю мумификации и как мы делаем мумии. И будет лекция, которая называется «Останки древних животных», где мы расскажем, какие останки находят в мире. Из новичков акции музей клуба коллекционеров. Там гостям и жителям краевого центра представят поистине уникальную коллекцию телевизоров и проигрывателей. Коллекция составляет порядка 600 телевизоров и проигрывателей. Около 100 имеются в одном экземпляре в мире. Масочный режим, музейную ночь никто не отменял. Соблюдать нужно социальную дистанцию, количество посетителей будут регулировать. Культурно-просветительская акция стартует 22 мая в 6 вечера на улице Малотобольская. Билеты уже начали продавать. Места реализации программы акции можно найти в социальных сетях. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.